Итак, всем привет! С вами Булкин, и с вами Митбой по прохождению. Как вы думаете, что случилось? Стоп, лазеры перестали работать, слышь? 100 секунд прошло. Давай быстрее проходи, пока не перестали. Мужик! Игра лаганул, ладно. А, невидимые были. Подожди, стоп, они невидимые! Короче, мы с Щербининым, Илья Так, окей. Да, я разбирался. Что? Что? Это что такое? Там персонажа можно будет потом открывать, да, за другие. Это, короче, Илья разрешил, я зашел специально с чистым трудом, как вы видите, прошел до туда же, докуда Илья остановился. Теперь я должен пройти то же самое. Вот, поэтому мы начинаем. Это очень веселье. Я, наверное, не так, как Илья играть буду, но, учитывая то, что я дошел, значит, я... Что? Да, Щербинь, сложный уровень! Да, это не ко мне, это Илье. Это Илья плохо. Так, он хорошо. Такие. А, что? Пока. Да ты запрыгивай. А, там еще и шипы, но это нормально. Щербинь вообще за айфон, но это не важно. Да. Что? Такие сложные уровни, я офигею просто. Мне нравится, начал запись и все. И, да, запрос Никита 40 топ, да иди. Там билетик. Какой-то билетик. Шунтик. Что, куда? Алло. Это бумага. Этим. Да иди ты, очень смешно, просто обхохочешься. Да, по традиции, кто еще смотрит, ставьте палец вверх, чтобы определить количество народа. Надеюсь, вы не пожалеете лайков, потому что... Да. Потому что тот выпуск напал 506 да лайков. Да куда ты, дебил, ой! Пидор! Я ненавижу эту игру. У меня так болят пальцы, так прет, просто не представляю. Так обосрался, ой, ну в смысле. Да, обосрался, конечно. Ну, говно. Козёл. Да иди ты, козёл. Козёл у тебя штаны. Как мы давно ничего не записывали-то. Кстати, да, скоро все будет, вы там не печатитесь, не отписывайтесь, все будет. Просто Илья сейчас, у него там что-то, ну, не верю, он там... Ну, Илья на самом деле сидит дома и ничего не делает. Фух. Так. Окей. Фух. 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 Близко. Что? Куда? Алло, куда? Щербинин? Да вперед, прыгай, да и все, я микрофон. Ладно. Не жалей себя! Так, пальцы вверх за этот момент. Так, вот. Спасибо, Щербинин, за совет. Очень, то кстати, есть, очень ну, качественно. Ну, если туда надо, там платформы хорошо, есть, да. У меня днем рождения. Ладно. Так. Да. Поздравляйте, кстати, комментарии. Да, потому что у нас кое-кто в группу не вступает, потому что да. Все-таки 11 тысяч, а... Группе... Поздравил всего 113 человек. Не знаю, 113? Ну да, кстати. Поэтому у меня в 9 января было 17 лет. Так что пишите в комментариях поздравления Булкину. Так что вы теперь знаете, как вы будете в 17 лет выглядеть, таким же... Ну ладно. Так. Только без денег и без канала. Да, но это не важно. Не давай. Профессионал. Эх. Профессионал. Вот ты видел это говно? Вот. Yes. Шпокин Сокин, да? I saw it, yeah. А я в этот момент про Вьетнам видео какое-то монтирует, но это не важно на самом деле, поэтому... Чё несёт? Кстати, выпуск будет долгий, вы не думаете, вы уже видите это, поэтому пальцы вверх больше ставьте и сыпьте солененького побольше. Чё? Ай, я солененько люблю. Ой. Кто-то вот, дерьмо, ты видел это? Это херня такая опасная, я офигею просто. Я этот уровень буду, короче, все 40 минут... Это 40 минут уже определился, сколько будет идти выпуск, ну ладно. Так, окей. Окей. Окей, мэн. Водочки нам принесите. Щербинин, ты... Да, за локацию выпрыгивай. Давай, и за этот момент тоже пальцы вверх, пожалуйста. Не брат ты мне. И в итоге будет около... Давайте 1000 пальцев вверх наперёд, будут в честь моего дня рождения. Кстати, да, в честь моего дня рождения, пальцы тысячи. Кто любит Булкину, ставьте пальцы вверх. Булкину? Я читер, но это не важно. Не поставил пальцы вверх, все Булки... Подписался на канал, все деньги Булкину. Как говорил Илюшка. Все Булки деньги, ну, дал.
Ты это видел сейчас? Это были покатушки. Катушки? Политушки. Ну вон! Ну! Ну! Ну что ты, в честь дня рождения можно подубить-то немножко? Подубить? Да, а еще я уверен, сейчас меня очень крутой, очень классно слышно меня с микрофоном мой. Он, кстати, не пьет. Ты видел? Да. Пацан рискует, смотри. Хорошо сказал. Какой пацан? Вот это для чего? Да. Прыгай! Серпень, тут раз... Размажет сейчас. Ты хватит каркать, а? Ты задолбал, я не понимаю тебя вообще. Че, купил интернет, все можно, что ли? Я не понимаю. Да, я купил. Представь, на самом деле, сейчас Рапс не пи... Да, конечно, а FPS показывает просто так, красненький. Да. На самом деле, у тебя черный экран записывается за то, что я сегодня... Зеленый экран. Такая наркомания на канале. Чего, FPS купил? Да-да-да, по френду. Че, френду купил? Да-да-да-да-да. Ага. Окей. Ой. Нет, нет, сука! Да нет? Ты давай, давай. Да сам ты давай, не пугай. Ты опять разрежешь. Как ты меня бесишь, а? Хватит, да? Я не понимаю тебя вообще. Чё, я уга... Я Ванга. Гаганга ты. Гаганга? Да. Бумба-ра-бумба. Ну, а я тем временем полетел в другую комнату. Ты это видел? Я хочу щетерить. Не-е-е. У меня КС скачался. Серил. Подождите, а если тут... Сейчас... Чё, у меня конституция есть? Да-да-да. Ладно, ну. Ладно, плохая идея, плохая. Идея плохая. Брут, а? Толстый летает. Осёл. Я вообще их не люблю, они гниды рвут. Осёл, да, осёл, конечно. Осёп, они добрые, а это говно как... Нет, осёп, они дерутся. Тихо, осё. Осё? Представь, сейчас они только тебя слышат, а у меня микрофон, как всегда, тихий. Да, меня-то с моим-то телефоном, да. У тебя вообще-то нормально. Да! Пацан сидит. Пацан? Да. Ну, я бываю тут сижу. Меня посадили. Опять. Давай, ты рискованный, так. Ты любишь рискованность, и с первого раза проходишь этот уровень. С первого? С первого уже не получится. Ну, сейчас ты его пройдешь. Нет, так. Я тебе говорю, ты пройдешь. Не пройду, говорю. Пройдешь. Так, тихо. Ты можешь сосредоточиться? Все. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я не люблю эти вентиляторы всякие. Вентиляторы? Да. Сам ты вентилятор. Да ты как? Только я так могу, конечно. Стоп, стоп. Стоп, не... Ладно. Хотел по-читерски, опять не получилось, хорошо. Ты попробуй, попробуй. Попробовать будешь дома. Короче, все, это... Угу. Это убийство все было. Ладно, это... ладно, хорошо. Все, ладно, мы вводим читы. Да, выводим читы. На бессмертие. Бессмертие. Ну, клип. Угу. Два. Вот это сейчас было гениально все. Вообще-то да. Ну ты бомба. Да, конечно. Конечно. Бом-бом-бом. Непроходимый уровень придумали тут. Impossible. Вообще-то он легкий. Я согласен. Я бы прошел бы уже. Конечно, ты это прошел бы особенно. Ни разу не играл в мидбой, но я пройду. Я хочу по-читерски пройти его, понимаешь? Хочу вот туда вот сейчас попасть и... Стоп, ты идешь. Ты идешь. Идиот, порвал. Мне нравится, я обычно начал проходить. Все, давай, ты профессионал, ты проходишь этот уровень с первого раза, ты умер опять, понятно. Что у нас остается? Трансляция? Да-да-да, не с трансляции. Да. На самом деле, сейчас у нас идет стрим. Два. Это была шутка. Ой. Вступайте в группу, ребят. Конечно. На канале 11 тысяч, а в группе всего лишь 3. 11600, по-моему. Вот. Так что быстро сейчас. Открыли описание видео. И заходим в группу, да. Кто-то там писал, кстати, что они хотели, чтобы я именно Минбой поиграл. Вот они получают одно и то же, и в отличие. Да иди ты, Илья там. Да конечно, да. Илья-то про. Да! Илья про. Про. Ладно. Я. Да. Я говорю. А, он еще и на паузу. Правильно, все, правильно, что? Давай на
на паузу уходить, я тут должен один сидеть. Давай, с паузы, не снимайся, теперь иди на себя тут. Да, я смотри, что должен уходить. Пришел. Алло. Тебя тебя не слышу. Пока. Отлично, просто я пошел. Куда? Да. Поставь на паузу пару минут. На пару Умри, минут? Поставь. Да. На этом месте прям? Где-нибудь. Ладно, паузу. Так мы продолжаем, значит. Да. Самое важное. Так, тихо, тихо. С первого раза я туда не запрыгну. Или запрыгну. Алло. Если на эту запрыгнешь, на платформу, потом к ней только. Угу. Вероятность... Ладно! Что? Это я где? Подожди. В начале практически. В каком начале? В конце я, идиот. А, там конвертик подобрать. Сейчас я подберу конвертик. То есть разрежет? Это было близко. Фигац там. Так, тихо, давайте базуку не будем брать. Что? Я ненавижу эту игру, а? Блин, я не знаю, что делать, я сдохну опять. Давай. Если я сейчас Как? Не, туда зацепиться, в нее. Мне кажется, здесь нужен подход индивиду... Так, окей. А! Если он молчит, ему пофиг. Я не... Ой. Я не... И сдох. Я тут. Я глуп. Ты глуп? Нет. Сказал, я глуп. Ой, я ляпаль. Ну! Мне уже стыдно. Ты уже с первого раза сюда запрыги. Да вон, на... Сейчас разрежет. Да отстань от меня. Разрежет. Все, давай, сосредоточься. Ты солпал, можешь не орать? Ты орешь, когда я уже лечу. Сейчас отстает. Он заранее слышит. Все, молчи. О, Щербин промолчал, называется. Да иди. Так, так, так. Ты зачем? Что зачем? Что зачем? Я не понимаю. Зачем ты за ту прыгнул? Або на правую, потом на левую. Какую вот. Правую, левую? Ты что? О, бом-бом. Бом. Я, короче, надолго не помню. Да. Все, ребят. Я молчу. Угу. Главное не улететь отсюда, иначе я потом все сдохну. Стоп. Ой, как не бесит. Я потом все сдохну. Ребят, выключайте это говно, потому что вряд ли я пройду до конца. Ну ладно, хотя там предпросмотр. Главное, просто лайки поставьте и все. Да. Честь не ра. Ну правильно. Не, все нормально, чё. Ладно, скоростное прохождение, обратно. Как обратно. Мы любим. Ты идиот, стоп. Ну ладно, выпендрился. Неудачно. Да. Классно, да? Очень. Еще раз. Так, окей, окей, хорошо. Иди сюда, красавчик. Да, Илья сыт кидает, конечно, молодец еще. Я сейчас джойстика расхерачу просто на камеру. Вот-вот, я бы так же бы сделал уж. Тоже буду расхерачивать? Да. Тихо. Как до него долететь? Скажи мне, пожалуйста. Вот, смотри, ты падаешь сейчас на нижнюю правую. Угу. Потом к воронам подпрыгиваешь. Не допрыгну. Ты думаешь? Если... Вот если у меня так ошибусь, я уже обратно не вернусь, понимаешь? Хорошо сказал. Мне кажется, ты должен к воронам запрыгнуть. Хорошо. Иначе по-другому, мне кажется, никак. Заткнись, пожалуйста. Не разъем под... Да иди ты. Так, ну хорошо, ворон там уже, во-первых, нету. Да ты допрыгиваешь. Вот, видишь, я вот, ну хорошо, что я обратно хотя бы. Да ты должен допрыгнуть, ты и просто не понимаешь. Просто не понимаю. Ну, либо налево, потом направо. А! Ну вот. Я же тебе говорил. Стоп, босс? Ладно, хорошо.
Окей, ребят, досмотрим босса, соса, поноса. Что? Лава течет, быстрее. Уже ключ. Отстань от меня. Не понял. Все, кажется. Я один не понял, что надо делать. Ми. Что? Ты откуда? Куда к нему прятаться-то от него? Подпрыгивать, мне кажется, повыше. Я не понимаю. Ну подпрыгни. Ого! Сейчас ухай. Я не понимаю, он скакивает и все. Угадай, куда он прыгнет, называется. Что за бред-то? Я, конечно, все понимаю, но мне от этого не легче, четко. Что? Ребята, это. Так, не было плани. Ну все, это понятно. Короче, это надолго. Я знаю. Сейчас он опять. А как я? Так ты должен был там стоять, в углу зажмись, да и все. Он тебя перепрыгнет. Да. Гениально. Да ты что ты торопишься-то? Тороплюсь, потому что так надо. Окей, не обращай внимания на эту придурку. Ля-ля-ля-ля. Как я не сдох? Ля-ля-ля-ля. Лафа. Щербин. Ключ справа, снизу ключ. Ай, точняк. Отвали от меня. Сука. От... Я ключа даже не видел. Искры? Идет? Да мне надо было запустить ее. Какие пройдут? Я не знаю как. Ладно. Окей, как я заплю? Блин, ладно. Стоп. Нет, дурак, как идиот! Просто не могу уже! От... Да я тоже уже. Лучок какой-то. Урод. Козёл. Сука. Подонок. Подонок. Гениалиссимус. Гениалиссимус. Лох. Купайся в роскоши, придурок. Что? В роскоши? Да. В роскоши ты хорошо. Согласен. Так-то, а? Я пока босс не пройду, ребят, можете... Короче, это выпуск на час будет. На два. Пять. На ноутбуке собрался КС играть? Я еще ничего не сделал, я тебя жду. Ой, ну в смысле, я... Да понял. Ну, я прекрасно все наблюдаю, как ты проходишь. Наблюдатель, я смотрю. Да? Спектактор. Санта-дистрактор, слушай, что ты обзываешься-то, я не понимаю. Я тебя обзывал хоть раз за свою жизнь? У меня еще Нифига он резкий, дикий, дерзкий. Окей. Бесит он меня. Прыгучий урод. Так он мой брат. Он же выглядит как я. Не брат он, мне же гнида красножопая. Красножопая. Кто смотрел брата, палец вверх. Я писал. Зачем ты сейчас это меня испортил? Что? Что? Так мы не договаривали. Я же попрощанаюсь. Свое лицо. Пока, ребят. Пока, чувак. Там что? Эй, ну я... Мне нравится камера. Да ну у вас. Все камеры кидануло. Ну, вот именно. Окей, хорошо. Теперь можно? О. Какой же я мудак-то все-таки, а? Еще лучше. Просто вот это сейчас был самый лучший ход, кстати. Сейчас буду себя ныть. Серию поменьше делайте, смотрите, невозможно. Вы чё? Совсем сдурели? Ну вот мы отдуваемся просто. Я за Илью, точнее, да. Я за Илью отдуваюсь, потому что, ну да, ничего снимает, никто звонил, сообщение принято. Нет. Быстрее. Ладно, 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 тихо, тихо. Идем. Мой ключик. Блин, какой же мудак-то всё-таки, я не понимаю просто. Ей. Три сообщения пришло, это нормально? Где? Телефон мне только что. Я представляю, что помехи там будут. Что сейчас было? Вот. Не, у меня помех нету. Ну и соси. Что? Да ничего, арбузик возьми. Уже? Как? Ты... Да. Свистопляскин.
Да задолбал ты меня обманывать. О, да, это обманка. Не. Не. А-а-а. Фух. Так ты мог бы и там остаться, зачем ты перепрыгиваешь-то? Угу, там цапнет. Он там не цапнет. Ключик мой. Золотой. Не понимаю просто. Скажешь, сейчас будет комментарий. Я этого босса с первого раза прошел. Да-да. Как туда забраться? В эту дырку маленькую. Ты издеваешься, что ли? Да я можно забраться. Сейчас я заберусь, наверное. Козёл. Открывайте врата, мне пожалуйста. Врата ада. Так, чем быстрее я пройду, тем будет лучше для моего здоровья. Нам сам. Блин. Какой я же мудак-то всё-таки, а? Пока. Вот. Гаденыш, а? Караулят меня и думают, что крутой. Вот, вот. Козел! Сами сейчас записываю, у меня в Фрапсе стоит какие-то настройки другие, у меня все по-другому пишет. Никак. Как Илья записал Майнкрафт одну серию, которую никто не увидел. Я буду ржать. Да, мне будет тебя очень жалко. Хотя если они. О! Куда? Да. Вон ключ справа. Там по левой стенке надо прыгнуть. Ну как я могу это предугадать так быстро? Че, они совсем что ли издеваются? Мародерчики. На реакцию. Нахуй. Ты просто выбросился и все. Молчи. Молчу. Пока живой. Пока жив. Сейчас будут комментарии в топе. Булка, с днём рождения. Ладно. Да, в топе. Да, хер стар. У меня уже просто пальцы болят. Если я не пройду босса, я буду лохом. А я, скорее всего, его не пройду за серию. Ребят, это уже очень длинно. Мотайте, короче, вперед, пока не пройдут за говно. Говнище тупое. Как я ненавижусь. Ненавижусь? Блин, скажи что-нибудь. Вот я хочу сказать, если я тут А. Да я тебе несколько раз уже сказал. Допустим, ты был прав хоть раз в жизни. Сам ты пусть, а. Усирает? Не. А как? Ты да, я так не умею еще. Я маленький еще. Отстань ты. Бобёр. Видишь, я уже как профессионал. Прошел. Профессионал. Хорошо, хорошо, поехали. Поехал. Мой джойстик скрипит как последний. Да я слышу. Сволочь. Вот у меня сейчас есть дума. Может продолжим следующую серию? Вот я тоже так думаю, если я сейчас не прохожу. Короче, то... она долгая, это очень серия, так уж получилось, так что сейчас Булкин умирает и мы заканчиваем. Она очень долгая, минут 35 где-то, наверное. Если что-то... не больше. Больше что надо. Всем, я, короче, Поздравляйте Булкина с днем рождения, да. Все, всем пока. Да.